Так, ты с драйв-камер, гонщик готов.
траектории. А? И он прямо в траектории. Куда лететь? Лететь некуда. Ну, вот он сейчас потерял ход и завис. Все, здравствуйте. Третий. Зайдет. Зайдет. Почти. Нахрена ты рыгаешь яму эту роешь? Ты не затолкаешь его туда в жизни? Блять, стал прям в траектории, сука. Ждать или уехать? Сука, больше времени проебешь в ожидании, наверное. Заебывают, они останавливаются прямо перед тобой. Ты просто, ну зачем там стоять рыгать? Да спустись, ну ты не затолкаешься, блядь. Ну не затолкаешься ты оттуда. Сядь на жопу просто и едь. А? Они, сядь на жопу и едь, загрузи заднее колесо. Там можно заехать уже.
Кстати. Да она заезжается. Не в маршала. Ладно, две минуты есть.
Я не ездил, не знаю. Последняя попытка, не заезжай, выезжай туда. Этой траектории в этих двух ты запутаешься. Надо ходом, максимально газ. Не, я вообще вчера на рахате. А? Вообще вчера с ходу потихоньку. Ну, я тоже с ходу вчера заехал. Не. А тут ребята рыгали. А? Я на малых затроил туда и все. Не, я ходом. Вот поэтому и ход. Thank you.
Лёшка, ты на пустом колесе. Заебись. Минус колесо. Думаю, что что-то не то, блядь. Ну, хотя... Ты, наверное, сильно нихуя не думаешь. Я-то сделал минус колесо. Вот это не фарт, конечно. Новое колесо. Только акул, блин. Минус. Ты что, всю гонку ехать попустил? Ебануться. Еще один олень. Зачем? Thank you.
вернулся, да? Ну да. Воткнулся. Thank you.
пошел. Не бойся. Тут не страшно. Да, ты ж быстрее меня едешь. Блядь, Вася, главное не разложись там нигде. Ты, блядь, классно едешь, охуенно ты чел. Главное не Да, надо, раз на тюблисе катаешься, брать с собой бутики. Сейчас бы нашел гарпадитов и насос. И заклеил. Но, увы, увы, увы.
Вот и прикольчики пошли. Будет подъемчик с приколом, да? Ну да. Очень с приколом, я бы сказал. Скользкий пиздец. У тебя жгутики есть? Алло? Жгутик? Да, нет. Сука. На пустом ползу. Жалко, пустом. Новая покрышка, бля. Курсаторы стоят? Этот, тюблис. Топчик, мотодом, мотодом, реклама у вас, блять, охуенно вы делаете подвески, блять, просто охуенно. Но кнопку еще не отбил. Все, можно отъехать, да? Значит, подъедем. Зачем любить?
зачем страдать? Ведь все пути ведут именно в кровать. Ой. Дима, он стопудово наткнулся. А если в пятую часть проехать, то уже хорошо. Рядов 5 до меня стартовал, что это там? Братан, газуй! Здесь медленнее. Эконом силы. Все самое интересное впереди. Оно еще даже не пыталось начаться. Здорово. Зачем любить? Тебе и я. Положим и меня.
прицел. Если бы у бабушки был хуй, она была бы дедушкой. Если бы Лёшка умел ездить, он бы уже охуел. А так, на чиле, на расслабоне, как творожок. Задача, видишь? Задача просто доехать. Просто финишировать. Вовремя. Вовремя. Надо быть блогером. Ездить нихуя не умею, зато умею пиздоборить. Итог! Желания выкинуть вот это говновито нету.
цели. Моя цель – тренер. Все остальное меня не ебет нахуй. Моя жена попросила меня приехать не поломанным. Едем как можно спокойней, балансирование, меньше падаем. Ну, хотя красивую куру я уже сделал. Да, стал начать. Как творожок. Кем же я и являюсь. Прошки бы тут ебачили на пятой. Мы едем на первой. Ох, страшненько. Опа, опа. Есть контакт. Ой, так я еще не проехал, наверное, даже четверть. Ой, 50-й. Похоже на то, что 5-ю часть я еще не проехал. А вот, хуй его знает. Ух ты, сучка крашеная. Главное не улететь. Все остальное мелочи. Опа, оптется. Bye.
Тут еще есть. До сих пор не камни, это пиздец. Ебать, о чем ты так зацепился, Алёша? Как ты так ботом зацепился за ножку? Как-то... А, вот этой штукой. Ну, ясно, ясно. Это невозможно. Но так случилось. Прямики ездить на ногах. С препятствиями, в принципе, шансы у меня есть. Есть. Вот прямички. И вот еще вот каменистая горка. Бля, видно. Я того раз. Хотя и траекторию знал. И все в принципе накатано было. Но все равно только с пятого раза. Ну, ладно. Thank you.
что тут такие? А? Что тут такие? На Тюблисе пробил колесо еще на горке первой. Слушай, а вот у меня на камере пробил колесо, что похуй, ехать дальше. Блять, ну если ты хочешь сойти, сходи, но так вообще, да? Ну доехать можно, не разъебу я обувь. Ну и ты, блять, ну как и я, так же разъебу. А? Полностью на пустом едет. На камнях может быть хуёво обуду. Ну ты не разбил еще вообще ничего, так что в принципе доедешь. Главное, чтобы не стало крутиться, когда начнет крутиться обувь покрутится. То... Если да, если поймешь, что прокрутилось, лучше сходи. Расход сейчас будет один, все, по-моему, дальше нихуя, да? А я не знаю. А мы половину хотя бы прошли, нет? Да мы третьей части даже не прошли. Третьей части? Нет, конечно. Можно так ехать или похуй? Я не знаю. Ну, я хочу финишировать. Мне плевать. На обод похуй. Ну, я надеюсь, что Тюблис мой обод спасет. А дальше как будет, так будет. Ну, поцарапается он, да и хуй на него. Этот мотик и создан для того, чтобы хуярить. Ну просто тут, блин. Мы половину не проехали, да, мужики? 8 что, километров? Да. А, ну третью проехали, ладно. Я спиздел. А? Парни, сколько всего? 25. Бля, конечно, оно пизже было бы не сидеть, а помочь ребятам, и как бы быстрее все поехали бы. Но всем так впадло силы тратить, блядь, что просто жесть. Это сделал.
какие нахуй 8. 4. Даже если 8, еще 17. Ай, бля. Я что-то заглох не вовремя. Да? Страшненько, блядь! Такие обрывчики на. Странно, что через руль не уебал. Ебать ты торчишь, но нихуя себе. Отдыхать. Смотри.
Ебаный насос! Туристы-то вы конченые олени, бля. Ой, я сейчас пострадаю. Ой, зря. Пацаны, дружище. Дружище, помоги, пожалуйста. Я отсюда не вытяну сам. Если не тяжело. Лоханулся я, пиздец. О, все, спасибо большое. Извини, пожалуйста, что ударил. Да, дальше сам. Спасибо большое. Спасибо тебе. Огромное спасибо. Понял.
может такого быть. Давай, парнишка, идешь на результат, иди. Ты в люнхен, что ли? Пошел второй круг. Стоп, удов. А я как лох, еду первый. Ты чего, дружище? Ты чего? Это обратная сторона. А? Это ты в обратку поехал? Да не, я тут это смотрю, ничего не забыл. Я тут руку поранил просто это. А? Давай аккуратно. Да глохни ты, но
Заебал он нахуй, блядь. Пиздец нахуй, блядь. Фух. Вот, кстати, это красивый, интересный подъемчик, мне нравится. Такой, прикольный. У тебя траектория хорошая. Ты на траверсе четко стоишь. Ты если дальше пойдешь, то нормально должно быть. Опа! Водичку надо беречь. Нету еще половинки. Пиздец, что все. Третья часть максимум. Нет, прикольно. Пизда. Не, походу пора. Походу пора что-нибудь энергетического ебануть. Да потому что... Потому что... Блядь, нихуя себе струя. Тут куда? Просто вниз.
Ого. Бля, усталость, конечно, такая штука. А дальше потом сюда, да? Туда? Бля, чуть рановато, я отдохнул. Подожди, вы же впереди меня, что? Ну, я и так впереди тебя. Где ты впереди меня? Вот. Так ты ж на полчаса раньше меня уехал. Во сколько? Я в 50 минут, 58. А? В рюкзак скорее. Ни хрена себе. Подожди, во сколько ты едешь? Я в 56. Ага. А ты? А я 51. А, нет. Да, я ошибся, извиняюсь. Как вообще, нормально? Нормально. Немного сцепления там. Перегрел. Бля, тут ребята его, я слышал. Ой, бля, такие запахи стояли. И... Вообще уронил сцепление? А? Вообще сжег? Двухсоточка-то, да? Закипела там. На двух этих подъемах. А, ну ты в плане закипел, и ты его я не думал, сжег. Я думал, блядь, да, ну что-то из нее сыкнул, думаю, блядь, лишь бы не тормозука. Потом все появилось, я. Ну, самое... А потом, кстати, уже и бензин закончился. На резерве доехал. Кстати, а где тут бензин заправиться можно? Я договаривался, заранее сюда банк привозил. Так что... Вчера всем говорили. Договаривайся. Ребят, надо было просто в новости написать, потому что мы не успели на брифинг. Вчера до хрена кто не успел на брифинг. Просто надо было в группу написать, в телеге, и все было бы ништяк. Мне вот сколько передали бензина, каждый знает. Бля, и ни у кого не возьмешь. Хочешь булочку, что хочешь? Не, бензинчика хочу. Бензинчик, смотри, там будет следующий маршал. Она с собой брала, не знаю для кого, несколько литров 6. Может быть, вот туда пойдет. Да мне плитрик. Ты видишь, я не могу дать чужой бензин. Да. Да я тебя прекрасно понимаю. Просто, бля, написали бы просто в группу и все. Тут-то его сильно много и не надо. Сереги спрашивали, что делать, что делать. Ну, сказал, что вот, покатайся за вашим маршем, ну, возьмет вам. Есть получу удовольствие. А сегодня я вообще без удовольствия заходил в группу. На китайской мопеде это вообще не было удовольствие. Булочку хочешь? У меня есть. Бензинчика дайте, пацаны, литрик.
Много не надо. Я просто ссу, что не дотяну. Хотя, бля, все равно ссу. Не, сливать не надо. Вы, у вас стопудово TPI система, да? У меня вообще карбюратор. Так и у меня карбюратор. У бета тоже карбовый? А, да, бета же карбовый. Бета карбовая. Бля, зато у нее низа классная. Сука, вы что, у беты круто, это ее низа. Она круче, чем шерка. Я еду передачу блядь. На третьей? На первой. Не, ну вот эту большую гору я ехал на третьей, понятно, там, которая первая. Страдаю, а сколько осталось, да, как бы? Половина, да? Ребят, вы, пожалуйста, напишите завтра в группу, кому дать бензин. Ой, сегодня в группу вечером, кому дать бензин и так далее. По-братски, в телегу. Просто в телегу, и все будет охуетительно. Потому что брифинг такая штука. Я на нее приехал, он уже закончился. Я даже не знал, сколько он будет, потому что не было ни в телеге, нигде написано. И утром был, и вечером был. Ну, заебись. Но только никто не знал, во сколько. Вот в чем весь прикол. Да не, я если бы. Конечно, если бы у бабушки был хуй, она была бы дедушкой. Потому что я начинаю. Туда. Я в том году. Куда ехать? Дай глоточек. Дай. Тормози, брата. Что-то я уже подзаебался. Дальше уже легче будет намного. Подзаебался нахуй. Легче будет намного. Чего легче? Дальше. Только он в принципе и так норм. На самом-то деле, я еду первый раз. Бля, ребят, хороший трек. Мне, честно, я кайфую, мне нравится. Я не за результатом, я за медалькой. Мне хотя бы ее заслужить. Конечно. Финишор белки — это, бля, топовая медаль в Беларуси, поверь. Я белорус. У нас таких, смотри, у вас, бля, такие, бля, рельефы. Просто вот. Муа. Как будто в Швеции, бля, катаюсь. Ну, бля, он-то есть. Но если что, кто-то на дороге будет давать.
просто. А, представляю, как в Геленджике. Охуенно, бля. Там просто пушка. Траекторию не проедешь особо, не получится. Не понял. А. Шарик, воздушный шарик. Сатами Кантаре. О, можно? Было бы даже освежить. Бля, как тут охуенно. Просто. Бля, озеро камни, сука, Швеция. Прям вот Швеция. А, посмотреть, почем домовка. Меня жена убьет, если я скажу, поехали жить скорее. Это красота, бля! Я вам я зуб даю на камеру, ни хера не видно. Тут такой спуск красивый, блин. А это просто камень нахрен. Вся белка это камень, который сушит руки нахрен.
мне даже. Был бы дождь, я бы, наверное, погиб. Просто погиб нахрен. Подлатаю и доеду. Да, хотя бы. Короче, надо отжалеть. У вас бензинчика не осталось? С маслом? Нет, без масла. Давайте хотя бы без масла. Мне... Литрчик на всякий случай. Не, пусто. Пусто? Ладно. Спасибо вам большое. Просто напишите в группу, пожалуйста, кому давать. Потому что на брифинг вчера не успел, и сегодня вообще даже не знал, что он будет. И, блин, мы как-то так вот... За полчаса до старта тоже, при всем желании, руководители уже не смогут организовать. Не, за полчаса, да, но просто вы просто напишите в телегу, что если кто-то хочет дать бензин, подойдите туда-то, туда-то, мы там вас ждем, подходите, у вас 15 минут. И все придут. Это телеграм сейчас вообще идеальная тема. У нас дается маршалу, который выезжает вот на ту точку на машине. Там 200 метров он несет этот бензин до перекрестка. И там можно сделать схрон. Здесь мне 3,5 километра пешком идти. А, нет. Вам тогда не вариант вообще давать. Да, а вот тому маршалу можно передать. Но да, но только пишите об этом в телегу. Ну, потому что, блин, да мы вроде бы и живем в палатке, да, вот все на территории. Ну, как-то мы этот момент вообще упустили. Понятно. Ну, сегодня вечером найдите Андрея Маршала, который стоит на лесной дороге. И можно ему завтра закинуть. Который был с водицей, да, чтобы напиться. Да, да, да. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Страдаешь на камушках. Я это прям чувствую. Что ли?
страшнее. Что ж так жопу раскидает? Честно, я не знаю. Ты Димон машина, понял? Thank you.
Леночка. Тут-то куда? Вот, блядь, куда? Вон, Леночка, значит, туда. Наверное. Ну да. Сто пудов. Ты, блядь, не улетел. По глупости. Что это было? Что это было, Алёш? Усталость, что ли, блядь? Какая нахуй усталость? Тебе ещё полпути. Себе струя.
выбирать нельзя. Отдыхаем на прогулке. Лучше ты на прогоне отдохнешь, чем ты потом сдохнешь. Где-то какой-то гор.
Кто-то висит. Поехали! Тоже висеть. Помочь? Сейчас, почекай, да, я проеду эту секцию. Да, подойду. Фу. Да, остановись ты, вредница ты моя. Ах, красотка. Что ты говоришь? Много нам еще. Не понял. Много нам еще. Ах, если б я знал ответ. Запускай. Я тебя подтяну. 3, 2, 1. Спасибо тебе большое. Давай, брат, газуй. Шерочка, топчик. Шерочка, топчик. Пошли вы наши на три. Да, вибрации. Да, где-то быстрее устаю. А я, в принципе, творожок. Я и так быстро устану. Так. О, она туда. Сука, шея.
Ой, блядь. Голова двигается. Значит, целый. У меня больше вопросов. Как теперь ее вытянуть? Мне нужна помощь. Вот сюда. Ебать, больно как. Я видел, как тебя свернуло, аж вот так вот. Ну, потому что моя красотка мне сверху прилетела. Фу. Бля, страшненько. А как я так ошибся? Ногу не достал до земли. О, блин. Короче, мне нужна помощь. Вот мне надо сюда. Давай. Трос. Не, давай за трос. Да. Тебе так будет чуть проще, чем за морду. Охренеть, бля. Ой, бля. Если честно, страшно пиздец. Сам ссу. Главное, чтобы жена это... Руслан это вырежет, надеюсь, с видео. Чтобы жена этого не видела. Потому что жена меня убьет нахрен. Еще чуть-чуть и туда дальше будем. Еще чуть-чуть и мне вообще хана была бы. Меня точно отсюда вертолетиком забирали. Фу. А, очки. Подожди. Эти веревочки не помогу, что толку-то от них? А? Не, имею в виду, да потерял свои очки. Вон, типа удержат. Но они бесполезны оказались в этой ситуации. Подожди, надо переднее. Потяни, покрути переднее колесо. Вот, да. Стой, тросик забери. Большое тебе спасибо. Вот тебе реально спасибо. Да хорошо, что, блядь, целый. Я не говори, я думал, дешевый, мало. Спасибо большое, брат. Ты тоже аккуратненько сотри. Писалось или нет? Это писалось. Я жив, я цел, все норм. Едем дальше. Фу. Да, лучше на ногах, братан. Ну его нахуй. Здесь? Я честно, я даже уже не понял. Вот тебя вот так вот согнуло, мотик сверху. Держись, бля. Бля, со стороны, наверное, было страшнее. Ты лежишь и не а это потому, что сначала было дико больно. Я просто сжал зубы, чтобы не кричать. А дальше уже, когда стало меньше больно, начал шевелиться. Надеюсь, что да. Что местечко тут. Не дай бог. Ну видишь, ошибся и пизда. Поэтому я пойду на ногах. Просто маленькая ошибка, а могло быть беды. Ебать. Я думал, мотик. Вот, смотри. Ну ты туда. Куркнешься, мотик, зацепился здесь, а хуй он за тобой.
Охренеть, я шлем раскирачил. Это что? Лопнул, что ли? Не. Аэро хорошая шлема. Краска нахрен отщелкнулась, я так целый. Бля, он новый. Похер буду в таком кататься. Ну, он тебе голову спас. Но он мне голову спас. Хорошо, что я китайский шлем продал. Потому что... Вот он мне так и спас. Поэтому мне не сломало, видишь? Он в броню уперся. Вот. А, вот. Я...